говоришь, ну типа, Марина, Женя, ну сертификат. Дебил, что ли, ёпта мать. Мне в ответ, что даже если бы король этого захотел, то солдаты его люди вольные, не послушаются. А если денег не получат, то его все сами передадутся к ворусу-названцу. Конец цитаты. Так что преувеличивать значение... Охуенно. Блять. Мы это засняли. Пиздец.